Есть числа добрым людям на нашей земле. Доброту и великодушие наш народ впитывает с молоком матери. Здесь у нас был пожар, я Руану вытащила, а потом Давута. Она вторую жизнь дала своим братишкам и сестренкам. Я их не брошу никогда. Преданность своему народу мы унаследовали от предков. В семье Мирангуль была трудная ситуация. Мы решили помочь этой семье приобрести свой собственный дом. Я рад, что стал частью этого проекта. Отзывчивость и широта души – наши главные качества. Очень много людей откликаются на поддержку нашего проекта. Люди делятся своим добром тем, чем они могут помочь. Мир не без добрых людей. И об этих добрых людях надо говорить.